На сегодняшний день в волонтерском штабе Ленинского городского округа состоит 35 человек. В основном это юноши и девушки от 16 до 25 лет. Ежедневно они отрабатывают более 30 заявок, поступающих напрямую добровольцу или по телефону горячей линии. Их зарплата – слова благодарности и улыбки подопечных. Есть люди, которые становятся волонтерами, а есть те, которые уже рождены волонтерами. Волонтерство – это, наверное, все-таки моя жизнь. Я занимаюсь координацией волонтеров, членами молодой гвардии, которые являются членами молодой гвардии. Ребята помогают разносить продукты, помогают тем, кто находится на карантине, тем, кто болеет. В местном отделении партии «Единая Россия» волонтеры встретились с депутатом Московской областной думы Юрием Липатовым. Он пообщался с добровольцами, передал им наборы средств индивидуальной защиты, а также 30 литров антисептика. Вы, юноши и девушки, молодые, энергичные. Как говорится, не щадя живота своего, с утра до вечера занимаетесь этим очень важным, нужным делом. За это вам от имени Московской областной думы я хотел бы выразить самые сердечные слова благодарности. Благодаря всегда нас, мы бы хотели тоже поблагодарить депутатов Московской областной думы, администрацию Ленинского городского округа, депутатов Совета депутатов за то, что они постоянно находятся на связи с волонтерами, непосредственно со мной, как руководителем штаба волонтеров, взаимодействуют, активно помогают нам и просто заботятся о нас. Это очень приятно. За последние 3 месяца добровольцы выполнили 2870 заявок от жителей муниципалитета. И эта работа продолжается прямо сейчас. Александра Столярова, Кирилл Иванов, Елена Кошелева. Видное ТВ.